американские ястребы в тупой ненависти к России готовы на все. Вот что говорит один из доконченных мерзавцев, по-другому не скажешь, Линдс Деграм. Свобода или смерть? Свобода или смерть? Теперь вы свободны, и мы будем свободны. А русские умрут. Это самые лучшие деньги, которые мы когда-либо потратили. Большое вам спасибо. Мы уже договорились об этом. Давайте посмотрим. Это делает жизнь невозможной. А русские умрут, говорит Линдс Деграм. Знаешь, вот ты сдохнешь, а русский народ будет жить вечно. А ты сдохнешь. Дмитрий Анатольевич Медведев как-то так очень жестко ответил, я предвижу, какая истерика начнется завтра во всех западных СМИ. Старый дурак, сенатор Линдс Деграм, сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийство русских. Напрасно так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийство сенаторов. Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хью Лонга, Климента Карлоса Пинкини, Джона Мильтона Эллиота, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков. Ну да, нацистский режим в Германии тоже твои грязные американские деньги поддерживали вовсю. Так что ты, тварь нацистская, идешь путем твоих предшественников. Еще раз повторяю, ты сдохнешь, а русский народ будет жить в веках. Что касается Линдси Грэма, я уже поручила нашим сотрудникам в этом разобраться. И там, очевидно, склейка. Он говорит буквально следующее. Он говорит, русские, Russians are dying. Он говорит, не умрут, а русские умирают. This is the best money we've ever spent. Это деньги, которые мы лучше всего когда-либо тратили. И ровно между этими двумя фразами склейка. То есть показывают Зеленского. Теперь он это сказал в другом контексте. Или он действительно так и сказал? Надо в этом разобраться. И если леди Грэм действительно сказала, что деньги на убийство русских – это лучшие деньги, которые когда-либо потратила США, если он действительно это сказал, я надеюсь, что у нас живы в стране сыновья Судоплатова, внуки Судоплатова, ученики Судоплатова, ученики учеников Судоплатова. Не составляет никакого труда. У нас есть его адрес. Телефон. Какие проблемы? Я никому зла не желаю, и наша религия велит нам прощать, но никто не велит нам поощрять подобные вещи. А замалчивание и, нельзя сказать, безответственность, как бы это так выразиться. В общем, когда мы не даем ответочку никакую на такие вещи, это и есть поощрение. И борзеют они еще пуще и еще пуще. Поэтому, надеюсь, коллектив наш разберется, и уже другие люди будут действовать, исходя из этого.